Ну вот уже в довольно рассветном небе. Получается их рассмотреть в оптику. Вкупе с альдебараном они как-то более знатно смотрятся. Так. Да, вчера я вечером, в 11 часов, несколько часов назад приезжал сюда, пытался снимать комету на УАЗ. Но она уже настолько стала тусклая, что получается, на видео ее вообще не получается снимать. Только на фотографии с большой выдержкой. Так что даже пытаться я не буду. Буквально на ходу светлеет. В общем-то, идея съемки, как было задумано, мизансцена провалилась, Юпитера не сняли, Меркурия не видно. Ну и так у нас добыча хороша. От мертвого словушка. Ох, странное это занятие, конечно, несешься по ночному городу, потом по ночным полям, когда тебе на работу надо собираться. Похоже на какую-то дурную сказку для взрослых, страшно. По черному-черному городу, на краю черного-черного леса, накануне черного-черного понедельника, сегодня понедельник. Несется черный-черный астрофото звезды, что-то там съемщик. И орет черным-черным облаком, где моя Юпитера. Где-где? Подсолнухи. Ну, пускай будут подсолнухи бонусом. Вон те облачка, которые нам не дали Юпитер зафиксировать. Ладушки, сейчас буду выключаться и подожду маленько. Может, все-таки Меркурий покажется. Там тоже не особо чистый восход, я так приглядываюсь. Дымка какая-то есть, может, она и не даст снять. Так, 1 350 345, по-моему, сейчас миллионов километров, да, Сатурна. У меня это уже цифра. Татуировку себе можно сделать где-нибудь на видном, на ненужном месте, типа лба. Ладушки. Там в комментариях девушка одна все время Сатурн просит снимать. Будьте любезны, Сатурн. На закате. Сатурнали. Сатурнали — это что-то такое роскошное и не вполне приличное. Празднования какие-то, нет? Путаю.
Или меня запутали, ну, в общем. Что-то связанное с древним Римом и моим древним мозгом. Не вижу я. Меркурия. Может, из-за столь же древнего зрения, как и мозг. Мозг. Боск. Красота. А, мушки. Сейчас меня сопровождала в поездке летучая мышь, которая внезапно решила присоединиться к моей поездке, настолько внезапно, что ощущения были столь же острыми, сколь близкие к жидким. Потому как, когда посреди ночи что-то хлопает крылом рядом с твоим ухом, это, знаете ли, сказывается. Да. Безусловных рефлексах организма. Да, сегодня просто утро страшных историй. Из-за увлекательных. Пускай будет Венера в кадре. Меркурий. Where are you? Where are you from? From Firm. До Венеры там уже, по-моему, 70 миллионов километров. Все выше и выше она поднимается.